А я надеюсь, поезда на встречу меня сейчас не будет. Хопа. Так. Повыше. И мы дома. Вся эта ботва с супергеройством — это нечто, чувак. Раскрываешь преступление, получаешь любовь Это женщин, к точно. хорошему быстро привыкаешь. Но ты-то не супергерой, Зик. Да я в курсе. Но это не мешает мне почувствовать вкус хорошей жизни. Эти сверхспособности не коробка конфет. Ты что, псих? Люди тебя просто боготворят. Мне от этого ни жарко, ни холодно. О, черт, пора бежать. Сестра Дуайт уже полна энтузиазма, если понимаешь, о чем я. Угу. Великий человек и хороший человек редко один и тот же. Кстати, хорошая фраза. 17-й день у нас. Эй, Моя, я выдвигаюсь к следующей подстанции. Станция обозначена на твоем GPS, и у меня есть еще пара идей на будущее. Свяжусь с тобой, когда восстановится питание. Так, следующая подстанция. Ну, сестра Дуайта хлопнула дверью. Чел, это был провал. Во-во-во. Что? Я думал, у тебя дело в шляпе. Семь. Я хотел, чтобы все было правильно, понял? Хотел поболтать с ней, не торопить события. Любой дурак раскрутит девушку на одну ночь. Я хотел чего-то большего, типа как у вас стриж. Ну, короче, она приходит и говорит, что у нее есть всего пара минут. И начинает говорить, что типа я такой клевый, но для нее я просто друг. Я всегда буду твоим другом, Зик. Вот что она мне сказала. Вот блин. Вот черт, да. Женщины Не совсем дала другие. ему мы. Мне их никогда не понять. Блин, промахнулся. Ух ты. Оу, ес! Так. Просто шикарно. Черт, эти малютки голимые. А побыстрее отсюда проваливать. Давай, 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 не тормози. Кстати, вон осколок. Нам их совсем немного осталось, поэтому имеет смысл пособирать. Так. Летим, летим. Хватаемся. И сейчас на крышу нужно будет подняться, потому что внизу очень жарко. О, вот это было... Это было очень неприятно. Опа. Это что еще такое? Фак! Давай, 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 прячься. Фух. На, здесь нет электричества, вот в том-то и проблема. Ладно, давай на крышу. Давай, 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 лезь, малыш. Ну, хоть так. Просто не очень удачно я прям к этому пулеметчику подлетел. Давай, 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 давай.
Ох. Как же пронесло. Так, вон наша точка. Да, тут ничего не работает, поэтому высосать ничего не удастся. Да, не круто, не круто. Ну-ка. Ничего не получилось. Обалдеть. Ладно. Пробежимся здесь. По-быстрому, по-быстрому. Шикарно. Так, и здесь. И мы уже почти у точки. Это не может не радовать. Все. Так, раз и два. Срочно надо подзарядиться. Я пошел к Триш помочь ей загрузить автобус. Тут-то я и увидел сестру Дуайта, подручку с каким-то перцем. Она на меня даже не взглянула. Сочувствую. Так мне и надо. Она всегда такой была. Ну да черт с ней. Супер, соединяем. Поищем кого-нибудь еще. Нам еще какую-нибудь возможность должны дать. До связи. О, ну наконец-то! Наконец-то, наконец-то. Так, мегаваттный молот. L2 и нанесение удара. Шикарно. Все, не встанет. Так, сейчас мы его мегаваттным молотом. Не, не стал. Ладно. Ха, хорош. Так, тут еще кто-нибудь есть? Есть. И сейчас мы его убьем. Все. Готов. Да хорош, ребят. Мегаваттный молот неплох. Абсолютно неплох. Так, там один. Сейчас мы отсюда прицелимся. Да, вот таким простым выстрелом очень сложно их убить. Только в голову. Ближе к голове целиться надо. Так, еще один где-то, да? А, он просто за щитом. Все, я понял. Проблема-то. Да я думаю, что их нереально пробить как-то. Давай, в голову. Вот, шикарно. Так, по трубам. Нам по трубам нужно залазить. Так, там уже стрелять начинают. Я даже не подошел еще никуда. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, за сеточкой. Нехорошо как. Тоже за сеткой.
сейчас с этим мегаваттным попробуем. Хорош. Молот вообще рулит. Но сейчас и перцы пойдут соответствующие. Будет сложнее их убивать. Ага. Ёпрст. Так, долетим, да. Выше нельзя. Так, прям по курсу. Прям по курсу. Хорош. Замечательно. Все, двигаемся. Двигаемся. Батюшки мои. Еще пригнуться нельзя. Тридцатка. Вот этот гранатометчик стоил тридцатку. Это не конец. Так. Давай, 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 высасывай с него. Три. Аж три. Вертомётчик. Вроде все. Претензий нет. И подрубаем последний элемент. Заряжаем вот эту штуку. И мы в ажуре. Все заработало. Сделаем небольшой перерыв и снова вернемся. 500 очков.